любимой, долгой. Кушать дедушка немножечко захотел. Вот есть у меня мой любимый рецепт. Берешь, значит, снежочек и в рассольчик его. Вкусный получается такой, засаленный, вкусный, вкусный. Вы такого не пробовали, зимушка, зима, а? Я не пробовала, но у нас и это есть. Да вы что? Да, снежки солят прям в катушке березовой. Очень любопытно, хочу посмотреть. Встречайте! Встречайте!